кустам кто ходит? По дороге. По кустам, по дороге. Вот. Мне показалось, что это была двушка. Нет, трошка, по-моему, была. Захожу с фонариком первый. Двери закрываешь, звук удает. На все? Вообще жизнь. Тоже реализм. Здесь решала. Кто оружие скинул? Ну я, вот это выкинул не я. На третьем они. Право, перезаряжаются. Я спускаюсь. Бля, Лёня, иди нахрен. Братанчик. Тоже пойду покидаю. Ты на улице уже? Да. Запрыгиваю, захожу. Ты где? Я на центре. Сейчас его разыграем. Сейчас, погоди. Сейчас красиво сделаем, смотри. Оп. Оп. Блин, как бы меня справа не убил, конечно, черик. Или там они уже оба бегают слева у тебя? Я не знаю, я не слышал, чтобы он пробегал. Хаешки есть? Нет. Запрыгнули там нет. Куда-то. Нету ни одной? Сейчас у бота посмотрю. Есть. Так, сейчас все сделаем. Выход на крышу. А, есть прямо? Нет, он выход на крышу стоит, походу. Я говорю, он как будто не справа. Один минус. Возможно, там у магазина я взорвал. Угу. Дорога. Поэтому не было совсем. Почему он это не сделал? А вот этот хитрый в комнатку залез, как вы видели чат? 15 уровень. А уже прошаренный. Так. Пустой магазин. Не слышу. Кто-то заходит к тебе. Двое, по-моему, Аня. Первый. Один на третий поднимался, убил. АГС. АГС. Беги. Живой? Да. Убил, да, на первом? На первом, да. Yes. Слайду второго. Хоть раз убивали с АГС-а. У меня кусты у двухи. Страна. У мусорки кто-то подходит. Живет.
Надамажил. Убила. Хорошо. Че, он был? Ты бежишь? Да-да-да, подбегаю. А где Крис Вектор? Поднимусь на лесенку, попробую полутать. Тут чевыки, кстати. Первые, которые подбегали-то. Да, первого чувака. Лизада, козёлы нахрен, лиза! А, почему? Ну шоу за кусты, я его там не вижу. А ты пидор, блядь. Блядь, это он меня видит через все кусты. Я забыла, что там лежишь. 5 АГС. Да, он ждал. Да-да, он ждал. Я так и подумал, что он ждет, сидит. Что он мало как-то пострелял слишком. У него еще, скорее всего, остались да, гранаты. Да, 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 мало. Надо пойти что просто убить его. У меня перегруз. Там нормально так. Ну, у меня тоже так-то загруженный, но можно же скинуть. Убить его, вернуться. Я пошел убью его, короче. Жалко, оптики нету, даже ходить бы не пришлось. Убил одну крыску. Где? Времянка двухэтажная квестовая. Бегу дальше к АГС-ке. Там прошу, что он тебе. Это на изи. Хорош заряжать, давай. Вон же ноги крадутся, ёптать. Ты бежишь? Я подбежала. Не шуми особо, у нас под большим желтым краном чел. Два хедшота, которые получил, я по нему. Еще дал по ногам ему, очень сильно. Где перепрыжка, там за КамАЗами он спрячется. Перепрыжки уходят, да. Нет, вот он, дробовик. Дал еще туда хае. По ногам ему даю. Взорвал его. Угу. Металл ты? Я металл. Подбегаю к АГСу. АГС бот. Мне кажется, что он убил. Может быть, да. На всякий случай проверю. Боты не всегда ходят на второй этаж. Чисто второй. Скорее всего, не знаю. Я эту сумочку скинутую нашел. Кто скидывает оружие? Не я. У меня шифтует кто-то на первом этаже. Убил? Да, что ли? Сейчас много народу. Челобот это уже пришел тут. Точно не твоя сумка? Нет, нет. А твоя где? А я на мне. Что, мне еще надо за сумкой сгонять? Да, мне надо за типом сгонять, у меня же там тип еще тоже лежит.
Мне кажется, они отправили двоих в эти, в общаги. Мы их, считай, убили. И они, типа, заняли тут позицию, чтобы это... ждать, так скажем. Отработали с АГС, я считаю, все дела. Потому что один тут вот на времяночке сидел. Смотрел как раз в сторону общак, кто подбегает. А второй там уже был. Железо, да? Да, я поднимаюсь лутать своего типа. У него разгрузка какая, обычная или броня? Команда обычная. Слышь, когда ты лутаешь? Слушай, не помню, что это будет. А у нас нету машины? Нет у нас машины. Пойдем. Забрала сумку? Почти. Не понял. А куда звук только что у меня дел? Вся. Чат, у вас только что пропадал звук? Пропадал. Просто где-то на секунду у меня полностью звук пропал игры. Абсолютно, короче. Хороший рейд, прикольный. Засаду. Мы хоть добежали до выхода. Я говорю, прикольный рейд. В засаду попали. По ТГС-ку попали, блин. Типов убили. Потом туда сходили, там разобрались. Прям красиво. Давно такого не было. Разнообразие. Шестерых я убил. Нормально. А этот кто? Эти два общага. Кто-то встал. Пристрой первого этажа. И чё? Комнатку убежал в дальнюю. Ну не, в дальнюю. Как он выжил? Простите. Я же под ноги ему ГПшкой дал. Тебе в порядке после ГПшки? Вы чего? После ГПшки нормально? Тебе вообще не закоцало? Блять, понятно. Я тебе под ноги с ГПшки дал. Ты просто убежал, блин, от нее. Не, говорит, нормально. Джиджи, блин. Не, нормально, говорит. Чуть-чуть, говорит, закоцало. Блять. Все понятно, блин. Я подумал, что, может быть, я попал вот в этот угол стены. Поэтому, типа, его не накоцало. Но я попал ему ровно под ноги. Смотрите, чат. Я прямо в ногу ему попал. У него в коленке сдетонировала ГПшка. Видите?
Вот, вообще красота. Просто об коленку ГПшка сдетонировала. Я у него спрашиваю, тебя там ранило? Он такой, ну да, чуть-чуть закоцало, типа. Нихера себе! А! Вот это макросы, чат. Блять, хися, братан. Охренеть. Вы слышали, как он с М1А стреляет, блять? Походу, да. 58-й. Ну-ка, никнейм мне. Никнейм мне свой. Звуки. Нихера себе! Нет. Это даже не макросы, чат, походу. Окей.